Всем большой привет из Кан. У нас сегодня утро. Это сколько у нас сегодня? 7:30 утра. И я приглашаю вас на знаменитый канский рынок. Давайте погуляем, посмотрим, что же там интересненького. Осторожно, здесь машины. Они только готовятся. Я иду завтракать и за свежим хлебом. И как раз прохожу вот этот рынок. Здесь столько вкусного. От рыбного супа до каких-то деликатесов, различных чаев. Это крытый рынок, а в понедельник здесь антикварный базар. Вкусняшки. Такие запахи от морских продуктов до солености и оливки. Слишком рано еще они не выставили все прилавки. Ну ничего, такой амбианс утренний. Вон там готовят рыбный суп. Здесь можно найти шикарные овощи, сыр, фрукты. Я сейчас пойду позавтракаю, а потом куплю немножко овощей, фруктов, свежие яйца. Рынок дорогой, но очень вкусные продукты. Очень много домашнего, выращенного в саду. А вот грибы-лисички. Люди здесь как-то хорошо относятся к туристический город, потому что снимаешь, не ругаются. Так, убирают с мусорки, а я иду вот в эту булочную. Буду завтракать и пить капучино, и есть свой киш-торт с овощами, тарт. Если он есть. Нету. А, есть. Вот он. Всем приятного аппетита и доброго утра.